Стас, в первую же ночь аномалии были, блядь? А как я их должен понять, что они там были-то? Типа, как только что-то сейчас делается, оттуда что-то вырвется и меня сожрет, что ли? А как... Ты не охуел, игра? Откуда я знаю, какие там аномалии должны были быть-то? О, блядь, там тот сидит. А, это я. Так, а какие я аномалии должен был заметить? Здесь все нормально было. Охуенная игра! А что я скажу-то еще? А какие я должен... Здесь не было аномалий, все нормально. А, ну вот, допустим, картина висит, хорошо. Окей, изгнан призрак. Одна аномалия нашлась, допустим. Ебануться. Чё за херня? Ну ладно, одну аномалию я нашел. Так нет ничего аномального! Какие нахер 4 аномалии в первом заходе? Чё, блядь, за бред-то? А где обучающий уровень? Где первый раз проехать, что все нормально было? Это что за херня, блядь? 4 аномалии в первом же проезде, серьезно? А? Ладно, окей. Там еще что-то ползет. То есть, серьезно, нужно смотреть на то, что не очень-то обычно. Причем еще и на улицу. Ебануть. Ладно. Ладно. Ну, стул рядом с унитазом. Ну, блядь, у каждого свои эти... У каждого свои приколы, у каждого свои непонятки. Это как бы, ну, типа... Не нам с тобой. Не нам с тобой осуждать все это дело. Ну, нравится человеку стул рядом с унитазом, блядь. Ну, устает он... Так, комната не докрашена. Ну, ничего страшного, есть краска стоит, значит, должна быть докрашена. Ничего такого в этом нет. Ну, нравится человеку... Опа. Нравится человеку сидеть на унитазе, а потом на стуле. Ну, вот нравится ему и все. Так, это сколько? Это 4 аномалии. Бля, в первый заход 4 аномалии, как и было. Поехали. Все. То есть мы реально смотрим на что-то, что не должно вписываться в нормальный порядок вещей. Ладно. А? Хорошо. Так, короче, каждый круг — это час. А если я не успею за час объехать, что будет? Вот в чем вопрос. Если я не успею объехать за час,